Аналитики посчитали индекс любви новосибирцев. Специалисты исследовательского центра «Бренд Аналитик» обнародовали результаты всероссийского исследования. Оно затрагивает публикации жителей России в интернете и определяет соотношение количества сообщений и комментариев на тему любви и ненависти. В рейтинге влюбленных территорий Новосибирская область заняла 56 место из 85 регионов с показателем индекса 3,8. Это чуть ниже среднероссийского уровня. Аналитики отмечают, что в запросах новосибирцев в поисковиках любящие вопросы встречаются в 20 раз чаще, чем ненавидящие. Больше 120 тысяч раз в месяц горожане спрашивают интернет о любви и около 6 тысяч раз в месяц о ненависти. Интересно, что пик запросов про любовь был в феврале этого года, а пик запросов про ненависть в марте